Браконьеры! Сейчас мы их накроем. Гони к яме! Живьем надо брать! Живьем! Давай вперед! Не могу, устал. Все устали. У меня селезенка. У всех грыжа. Давай. Вперед! Наконец-то оторвались. Ну, теперь пойдем спокойно. Ага. Погода. Я говорил, сами в нее попадем. Так это ваша яма? Это наша. Ямка. Безобразие. Вырыть яму для людей. А мы не для людей рыли, а для лесника. Не для лесника, а для этого, для большого зеленого. Крокодила, что ли? Ага, точно. Ну, сами в ней и сидите. Да что, что ты, что ты, что ты? Мы больше не будем. Мы перекуемся. Перекуетесь? Обязательно. И начиная с этого года будем играть только положительных героев. Тогда давайте выкуп. Какой? Какой? Кавказскую пленницу. Хоть кусочек. Мы согласны. Только по секрету. Могила. Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.
Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Разрешит мне жена каждая по 100. Итого 300 грамм, это кое-что. Но когда на бровях прихожу домой, мне скандал предстоит с каждою женой. Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. И если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.